запрещено привозить в Туркменистан тела умерших за пределами страны туркменистанцев. Запрещено говорить, что в Туркменистане все плохо, что у тебя нет работы, что ты не можешь получить свои деньги в банке, что ты голодаешь, что ты стоишь в очередях целыми днями за продуктами питания. В Туркменистане каждые 3 месяца отстреливают собак и кошек. В то же время Бердымухамедов учредил медали и награждает своих вице-премьеров и министров. В каждой области страны строит своим собакам дворцы и памятники, строит своим лошадям ипподромы. Бердымухамедов дал указание очистить города от бездомных собак и кошек, после чего каждые 3 месяца начали отстреливать в городах собак и кошек. Этот список указов и идиотских решений можно продолжать и продолжать, но от этого ничего не меняется.